Не только крупные туристические и рекреационные объекты нуждаются в облагораживании после зимы. Особое место в акциях по благоустройству занимают некрополи. Так очередное доброе и очень нужное дело совместными усилиями сделали военнослужащие пограничной группы и инициативная молодежь. Вместе они навели порядок на гарнизонном кладбище. Акция у нас уже традиционная, скажем так. Ежегодно мы приезжаем сюда, на гарнизонное кладбище, поддерживаем здесь порядок, тем самым делая наш город не только чище, но и, скажем так, чтим память тех героев, которые пали на этой земле. Гарнизонное кладбище – одно из знаковых мест города. Здесь похоронено большое количество известных людей, внесших особый вклад в развитие нашего города и пограничной системы в целом. Поэтому уборка здесь – это не только проект по благоустройству. Это еще и возможность глубже познакомиться с историей областного центра, узнать больше о выдающихся людях. Гарнизонное кладбище Бреста – это знаковое место для пограничников. Немало здесь покоятся и тех, кто отдал годы своей службы, именно защищая нашу Брестскую землю, в том числе и герой Советского Союза Барсуков, который был командиром Брестского пограничного отряда, и легендарный пограничник Варлам Михайлович Кублашвили. Кроме них, достаточно много других знаковых людей находит покоиться здесь, на этой земле. Поэтому для пограничников Брестской пограничной группы является долгом также принять участие в наведении порядка и благоустройстве именно здесь, на Брестском гарнизонном кладбище. Подобные экологические акции и дальше будут проходить в разных уголках областного центра. Это общее важное дело, которое объединяет. Ведь все мы хотим жить в городе, где будет уютно и комфортно. А порядок, как известно, начинается с каждого в отдельности. И это тот случай, когда даже небольшой вклад будет оценен и замечен.